Что мешает вам достичь финансовой свободы? Проверьте, это возможно из-за какой-то из этих причин. Первое. Вы планируете на очень короткую перспективу. Кто-то на одну неделю, кто-то на месяц, а кто-то вообще живет одним днем. Они не думают о своем будущем и ничего не предпринимают, чтобы стать состоятельными. Конечно, разбогатеть за один миг маловероятно, если вы только не выиграли в лотерею или не стали богатым наследником. Давайте будем реалистами. Чтобы создать что-то стоящее, нужно время. Если вы хотите стать богатым, то научитесь планировать на несколько лет вперед. Чем дальше простираются ваши планы, тем больше ваши возможности. Второе. Вы не верите в то, что можете разбогатеть. Это напрямую связано с первым пунктом. Вы думаете, откуда я возьму столько денег, при этом смотря себе под нос, то есть думая о том, что у вас есть сейчас. Какие возможности, какие ресурсы, какие знания и так далее. При этом ни прошлый жизненный опыт, ни современное окружение не говорит вам о том, что на самом деле богатство реально. Кто-то вырос в небогатой семье, кто-то сейчас общается с людьми того же достатка, которые постоянно жалуются на трудности и невезение. Они говорят о том, что богатым стать невозможно, и это поддерживает ваши собственные сомнения. Именно поэтому представить себя богатым вам очень трудно. Работайте над своими установками о богатстве. Как только вы всем своим существом поверите в то, что вы можете быть богатым, и самое главное, примите решение стать богатым, вы сделаете самый большой шаг к вашему богатству. Третье. Вы откладываете на потом достижение вашей финансовой свободы. Вы вроде как и хотите быть богатым, но когда-нибудь, а это значит никогда. Когда нет конкретного времени, за которое вы хотите достичь цели, то и достижение цели откладывается. Так проходят годы, и ничего не меняется. Вы действительно хотите разбогатеть? Тогда действуйте сейчас, прямо сейчас. Только тогда вы действительно достигнете своей цели. Мой личный пример доказывает, что богатым может стать каждый. Главное этого хотеть, видеть перспективу, ставить четкие цели и действовать прямо сейчас.